Добрый день. Хотим представить вашему вниманию декоративное покрытие компании Fidal Antique Decor Maxi. Это декоративная штукатурка на акриловой основе, которая содержит в себе мраморную крошку, тип мармарина. Данный материал наносится на бетонную или гипсовую поверхность, также на стены, пошпаклеванные акриловой шпаклевкой или покрашенные дисперсионной краской. Материал наносится в один или два слоя в зависимости от техники нанесения. В данном видео представлена техника нанесения бетона, наносится в один слой. На покрашенную стену наносим кварцевый грунт Stretch Putz компании Fidal. Затем наносим Antique Decor Maxi мармарин, после чего приглаживаем и даем подсохнуть. В конце вскрываем защитным слоем фоска компании Fidal Super Wax.